Столетний юбилей отметил в Химках ветеран пожарной службы Николай Михайлов. Сегодня он в кругу семьи и коллег с радостью встречает гостей, среди которых глава городского округа Дмитрий Волошин. Руководитель муниципалитета вручил юбиляру букет и подарок, пожелал долгих лет жизни. Сам юбиляр признался, в Химки переселился недавно, но рад переезду. Хорошо, что к нам. Да. Сказал, буду жить здесь. Это и хорошо, все. Я здесь привыкну. Николай Иванович родился в Оренбургской области. На фронт призвали в 38-м. Зачислили в группу связистов-пограничников. У нас три дивизии пограничников направили, значит, вот самый, на Курскую дугу. И вот 3 года я и на самый, вместе со своими товарищами принимал участие в войне. После войны вместе с женой перебрался в Подмосковье. В 69-м приступил к работе в управлении пожарной охраны Московской области. Обеспечивал подразделения пожарно-техническим вооружением и средствами связи. Сегодня Николай Михайлов, ветеран пожарной службы, полковник в отставке, и все еще продолжает встречаться и общаться с коллегами.